Ребят, я всех приветствую из Одессы. Сегодня 14 октября 2024 года. У нас по всей Украине начались активные рейды ТЦК. Насколько я это заметил, началось это все с Киева. Был концерт Океана Эльзы. Вот. И после концерта под палацом спорта собралось большое количество полиции, военных. Начали проверять документы у всех мужчин. Вот. Ну и ТСН, то есть все официальные новости, опубликовали видео, где мужчин задерживали и увозили на машинах. То ли в полицию, то ли в ТЦК. Не знаю, куда именно. Информация не уточняется. Вот. Также телеграм-каналы наши украинские публикуют видео, где ТЦК приходят в торговые центры, ТЦК приходят в тренажерные залы, ТЦК приходят в разные гостиничные комплексы и в Киевской области, и в Хмельницкой области. Вот. Так что начались активные рейды ТЦК. Как писал один телеграм-канал, что уклонистов ищут по всей стране. Ну, началось это все после турне нашего президента. Вот, он же ездил там в Париж, в Лондон, в Рим и в Германию, по-моему, если не ошибаюсь. Вот после этих поездок началась активная работа ТЦК. Так что как-то так. В Одессе тоже не без этого. Вчера опубликовали местные телеграм-каналы видео тоже по центру города, по разным кафе, ресторанам заходят. Вот как я это вижу, как я это понимаю, да, сначала это примерно такая же ситуация была, по-моему, осенью, когда изначально начали ходить по каким-то крутым заведениям проверять. Ну, там же вы прекрасно понимаете, основная масса людей, которые отдыхают в таких заведениях, они имеют отсрочку официальную, поэтому они документы показали, и их никто не трогает. И это, кстати, видно, на видео показывали. Вот. А после начнутся, наверное, снова маршрутки, трамваи, троллейбусы. Ну, все, скажем так, по накатанной схеме. Так что как-то так. Но пока что в Одессе более-менее обстановка спокойная в этом плане. Говорю, вчера публиковали кадры, но без каких-то там прям трэшевых таких историй, ситуаций. Ну, как бывало у нас там с драками, с боями там затягивают эти бусики. Такого не было. Все культурно. Как будет дальше, будем наблюдать. Я на связи. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал. До встречи. Пока.